Тех, кто интересуется моими стаканами под кофе, вот моя коллекция. Вот кофейные в основном вот здесь стоят всегда стаканы, а это такие более не кофейные. У меня сегодня вот такой. И, кстати, на них не собирается пыль, если ими часто пользоваться. Лайфхак. Завалило все снегом. Хорошего дня. Немногие, кстати, из вас знают, но многие из вас знают, что я начинала свой путь в автоспорте именно с картинга. И на то время я уже успела познакомиться и посотрудничать практически со всеми действующими автоспортивными звездами, в том числе и с пилотами Формулы-1. И одним из таких пилотов является Сергей Сироткин. И он 4 числа запускает свою онлайн-академию, в которой будет делиться опытом, накопленным за почти 20 лет в гонках. Так вот, до 3 числа вы можете приобрести входной билет для того, чтобы поучаствовать в этой академии и обучиться азам автоспортивным. А по промокоду Алиша у вас будет дополнительная скидка 30%. Так что дерзайте!